Приветствую вас на своем канале, у микрофона Данил Добро, канал Быстрый ПК. В этом видео я расскажу про социальную сеть Bastion. Она появилась примерно в 2019 году и все еще функционирует. Данная соцсеть основана на блокчейне, она максимально анонимна и максимально конфиденциальна, потому что при регистрации от вас требуется только никнейм. Но это создает небольшое неудобство, заключающийся в том, что если вы потеряете свой ключ оригинальный, который вы используете для входа, то вы не сможете войти в свой аккаунт и восстановить его каким-либо другим образом, потому что нет такой возможности, нет привязки к номеру телефона, к почте и так далее. Также в соцсеть встроена своя криптовалюта, что позволяет осуществлять бесконтрольные, по факту, переводы. Правда, тут есть, конечно, свои нюансы. Приложение доступно под все популярные операционные системы, от Linux до Windows, Android и так далее. Или бы можно использовать просто браузерную версию на случай, если есть такая возможность, является альтернативой Facebook, VK и так далее. Но при этом полностью анонимная, но есть свои, конечно, интересности. И, кстати, в данной соцсети можно даже зарабатывать, что тоже, на мой взгляд, большой плюс. Нужно только скачать, например, ноду для Windows, если вы хотите зарабатывать именно на том, чтобы на поддержке данной соцсети, то есть использовать свой, условно говоря, компьютер в качестве сервера данной сети. Компьютер будет выполнять всякие операции, сохранять данные этой соцсети на SSD-диски, не рекомендуют SSD-диск использовать для этого. И, разумеется, нужен хороший интернет. В итоге ваш компьютер станет отдельным сервером из множества. В итоге соцсеть будет существовать, вы будете получать за это криптовалюту. В общем, все максимально продумано. То, что и тот, кто поддерживает сеть, зарабатывает, и тот, кто создает контент, зарабатывает. Все это децентрализовано, в общем, очень интересная тема. Именно то, как она развивается. Конечно, тут есть еще такая система рейтинга, тоже интересная система. Я пока что с ней до конца не разобрался, потому что у меня низкий рейтинг, и когда он поднимется, не совсем понятно. Видимо, должно пройти какое-то определенное время, возможно, месяц, возможно, больше, чтобы появился достаточно хороший рейтинг, чтобы делать какие-то экспертные оценки в данной соцсети. И в целом каких-то серьезных ограничений я не заметил при минимальном рейтинге. Я начал создавать свои посты, ссылку оставлю обязательно в комментариях, либо появится QR-код. Но опять-таки напомню, что данная соцсеть все еще является легальной и рекомендуют поставить именно версию на ПК, потому что она либо на Android приложении, а не использовать веб-версию, потому что она имеет встроенные функции обхода блокировок. Веб-версия, она более уязвима, в отличие от приложений. В общем, напишите в комментариях свое мнение о данной соцсети, если вы ей пользовались, либо слышали о ней что-нибудь. Ну а мне, в принципе, данный проект зашел, я буду этой соцсетью пользоваться, буду туда что-нибудь пустить и в целом дальше погружаться в эту соцсеть и понять вообще, насколько она интересна именно для заработка. Но обещают, что именно заработок тут одна из основных фишек. По заработку тут у нас криптовалюта, еще раз напомню, не в рублях все считается. И в целом вообще считает именно разработчик данной соцсети, что за криптовалютой будущее. И в целом именно криптовалюта позволит нам осуществлять беспроцентные переводы, не зависеть от банков, кредитов, условно говоря. Конечно, наверное, банки навряд ли дадут развиваться таким криптовалютам без сопротивления какого-либо. Все равно будет, скорее всего, долгое время биткоин не совсем легальный именно в качестве платежного средства, в качестве хранения, в принципе, я думаю, мало кто будет против.
ну, как платежное средство, его не особо-то используют. Во всяком случае, в России точно. На данный момент. Но кто знает, может, примут какой-нибудь закон, разрешат полностью использовать криптовалюту, и в итоге банки, может, вообще от банков вообще могут отказаться чисто теоретически. Хотя, навряд ли. На этом у меня все. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео.